На рассмотрении в Риге Когу находится законопроект, предусматривающий для осуществления мониторинговой деятельности создание при канцелярии парламента Центра мониторинга развития экономики, который частично продолжит деятельность ликвидируемого фонда развития. Согласно законопроекту, из Совета фонда развития создается новый совет, который должен утвердить программу работы Центра мониторинга развития и сделает предложения по основным направлениям деятельности и наиболее важным темам. Функция этого фонда развития заключалось в том, чтобы помогать экономике Эстонии развиваться. И фонд развития в этом направлении работал. В принципе, поначалу фонд справлялся со своими задачами неплохо, а потом настал период 2008 года, когда, все мы помним, разразился большой кризис. С этого момента, скажем так, работа фонда и правительство начало двигаться в разных направлениях. Все, что осталось от фонда развития, это небольшая организация по анализу экономики, по наблюдениям за экономикой, и она будет создана при парламенте. И мое утверждение о том, что те люди, которые занимались работой над фондом развития, не имеют права заниматься новой организацией, именно потому что, так как организация, осуществляющая анализ развития экономики, созданная при парламенте, если в нее будут, в ее руководство будут ходить люди, которые руководили фондом развития, то будущее этой организации примерно такое же, как и фонд развития. Я думаю, что, скорее всего, ничего из этого не выйдет. Положительным, по словам Корба, можно считать тот факт, что в совет новой организации войдет 5 человек, и лишь один из них является представителем правящей коалиции. В совет фонда развития входило 9 человек, 4 из них представляли правительственную коалицию, а из оппозиционных политиков в руководящем органе фонда развития не было никого.